Добрый Да, день. здравствуйте, спасибо за приглашение. И сегодня я хочу поделиться с вами тем, что действительно сезон острых респираторных заболеваний, он как раз-таки в самом разгаре, и мы, педиатры, имеем дело как с омикроном, да, в том числе у детей, так с гриппом, так и с другими респираторными вирусными инфекциями. И я всех родителей призываю оставаться спокойными, да, в том числе даже если ваш ребенок заболел вдруг коронавирусной инфекцией, да, относимся к этому как к любой другой вирусной инфекции, сбиваем температуру, даем больше пить ребенку, увлажняем, проветриваем и находимся, конечно, рядом с ребенком, оказываем ему психологическую поддержку, когда малыш болеет. Пані Вікторія, дивіться, зараз нібито обіцяють школи столичні, принаймні, на дистанційку не відправляти, тобто всі навчаються в очному режимі. Але наскільки я знаю, якщо в класі хтось захворіває на коронавірус, клас закривають на карантин, виключно клас. Якщо от батьки дізнаються, що в дитини в класі хтось захворів там на той самий ковід, на омікрон, чи можна якось додатково убезпечити дитину? Ну, можливо, вона контактувала, але все ж не підхопила цю хворобу. Можливо, якісь вітаміни давати дитині, можливо, і якимось, не знаю, народними методами там підвищувати імунітет. К сожалению, я не смогу вас обрадовать волшебной таблеткой, потому что ее по-прежнему не существует. И заболеет или не заболеет ребенок, все зависит от того, насколько тесно он общался с человеком, который был болен уже, и от индивидуальных особенностей вообще организма человека. Поэтому здесь, ну, можно сказать, такая лотерея, повезет, не повезет. Вот. Поэтому в любом случае детки переносят достаточно хорошо это заболевание. Обычно это чихание, насморк, головная боль, вялость, слабость, ну, как любые другие признаки ОРВИ. Поэтому оставаться спокойными, и даже если вдруг случилась, да, такая ситуация, и класс отправляют на самоизоляцию, поэтому, ну, задача родителей — создать комфортные условия для дистанционного обучения и оказать помощь детям. Тобто, якщо таких важких ускладнень немає, то, в принципі, там до лікаря можна не звертатися, правильно? Просто, як ви розповідали. У ребенка появятся признаки вирусной инфекции, это может быть насморок, чихание, боль в горле, повышение температуры, вы в любом случае обязаны проинформировать своего врача-педиатра или семейного доктора, и врач в вашей конкретной ситуации даст вам дальнейшие рекомендации. Не обращаться к врачу нельзя, то есть в любом случае, возможно, не на очный даже прием, но, возможно, дистанционно к врачу в любом случае нужно обратиться. А вот до слова, температуру сбивать можно, чи це також за рекомендацией лікаря? Температуру мы сбиваем у ребенка ту, при которой ребенку плохо. То есть, если у ребенка повышается температура 39, вот вы понимаете, нет какой-то грани, да, там, например, 38 мы не сбиваем, 39 сбиваем. Мы сбиваем ту температуру, при которой ребенку плохо. То есть, если при 37,5 он вялый, слабый, уставший, ему плохо, ребенок стонет, то помогите, дайте ему жаропонижающее, ибупрофен или парацетамол, это два единственных безопасных действующих вещества из жаропонижающих средств для детей, и дайте ему жаропонижающее. Но если у ребенка, например, 39, и ребенок при этом себя хорошо чувствует, он веселый, активный, то такую температуру можно просто наблюдать, но при этом соблюдать питьевой режим обязательно. Почули вас, дуже дякуємо за ці рекомендації. З нами на зв'язку була Вікторія Безлепкіна, педіатр, яка розповіла, що робити не лише у випадку, якщо дитина захворіла на ковід, але й якщо йдеться про сезонне захворювання, в будь-якому випадку звертайтеся, будь ласка, до вашого сімейного лікаря, повідомляйте його про те, що дитина захворіла, і вже з ним консультуйтеся і обирайте правильний шлях лікування.